Река вроде Оки. Комары, червяки, ржавые консервные банки. Мы с отцом на рыбалке. Мужики, шашлыки, дымом тянет с купальни. Загорелые парни плывут в перегонки в будущие деньки, где они мертвяки. Но широка река и живые пока. Жимолость отжила. Как знать, а может, по ней куст кипел, стомшина, нету его киней. А может, и есть. Где как... А может, и есть. Сейчас, давайте это другое. Что-то у меня с микрофоном не получилось. Спасибо большое. Жимолость отжила, как знать, а может, по ней куст кипел, стомшина, нету его киней, а может, и есть. Где, как рыбий мех, блестит поутру угра, дачник один изломал орех, а она не смогла. Останется чашка, намокший шелк, нетронутая копна, да куст кипящий потомшино. Да где теперь томшина? Этой ночью сирень кипела. Ходила сирень волной, и забор шатун выплясывал по одной покосившейся банке, словно в шапке кубанке подгулявший казак. В полотняных садах запах кружил скандалы, и в чем мать родила? Звезда на небе пылала, звезда по небу плыла, подначивала, надела, степь чернела, синюю ночь была, тело бело. Из Кубани, Кубани, чтобы работать на джип, потому что без джипа мужик вроде как и не жив, и принцесса иного пошива не скинет с себя пошива, если ты принц без джипа. Но губами, губами обратно шепчу, Кубань, там позволили мне однажды за край заглянуть, за грань, а там тишина клубами, овраги в опавшем дыме, обмелевшей тамане. В понедельник надо сводить ее на Гадара. Всю неделю, я знаю, она голодала духовно, а тут, тут вдруг хобана. Чистопрудный бульвар, Гадар. Николай, как же ты угадал с данным выбором фильма? И ее помпон прильнет к моему плечу, и тогда я вскочу со скамейки, а затем зашепчу, запинаясь, ну что ты, Фима? Позвонила Галюня с четвертого этажа. Нож, сказала, возьмите, а то у нас нет ножа. И давайте скорее, я уж всем разлила. Баланс годовой сдала, как голову с плеч свалила. На столе у Галюни текила, капусточка, банка краба. Хорошая Галя, баба. Тихо зашли в сумрак лифта. Я, Николай и Лида. Вкусно пахли шампунем. Морем, югом, июнем, длинные волосы Лиды, они как солнцем облиты, приправлены ноткой мяты. Вдыхали мы прелесть Лиды с нулевого по пятый, а с пятого Коля голем глушил меня алкоголем. Позвонил на серебряный дождь сообщить на Сущевке, мол, пробка, вдруг направо красотка. Сумка, укладка, бровка, осиная талия. Ну, бабац и авария. Я на радио в автоответчик вещаю грустно так, сообщаю, что хоть мне и неловко, хоть девушка замечательна, но теперь уже встала Сущевка, наверное, окончательно. Как же все замотало, вздыхает Алла, а хочется карнавала. Чтобы я волновала, к себе влекла, чтобы бусины из стекла. А то, как свекла стала я, точно старая. Дорогие братья и сестры, сделайте же дни пестры, чтобы на юбке астры, а в волосах трава. Как же хочется карнавала. Алла. Там комары, о боже, комары.
вонзают свои хоботы в шары молочных дачниц, раздаются стоны, сердец биение, звонкие шлепки, но как проворны крылатые гусары, как легки, как обходительны, как смелы. А старики совсем не то, что наши мужики. Кто еще может так желать тепла, томясь в лесной чаще, в перелеске, шуршать у равнодушного стекла и всплескивать ногами, как в бурлеске, заставить дам, идущих тенью лип. Любовник тонкий, ты погиб, погиб. В пик наслаждения брызнул земляникой, но натиск твой, твой темперамент дикой, пример высокой чувственной игры, сердца красавец, знаю, растревожит. Там комары, ах, мама, комары, там комары, ах, мама, боже, боже. Из Мерседеса какой-то очень редкой модели вылезали модели. Поправлялись, сумочками качали мачтом в такт на причале. А еще хохотали в голос, галдели. Ну, модели, понятно. Майский день, световые пятна, Одесса. Кто ж там был за рулем Мерседеса? Семенил по льду, нес в руке пакет. В пакете том спрятан был букет, слой газет, плюс кулек целлофановый. Для Наташки нес, для Романовой. Там осталось-то да подать рукой только тропка та, что понад рекой, да спуститься вниз с Косогора. Ну вот скоро. Что он думал там, ей сказать хотел, что на спуске том он не углядел, нам доподлинно неизвестно. Всем потом показывали то место, где в руке, зажав намертво кулек, полужив летел бледный паренек мутных вод, свинец, только ахнули все. «Выгребай, веревку скорее неси!» А он шепчет: «Господи, упаси для Наташки букет, спаси, с головой уже в волне, но букет не...» Ладно уж, не томитесь печали, вытащили, чего уж там, откачали, заветный дом отнесли, и даже букет спасли. Над проезжей частью первой Тверской и Ямской летала купюра номиналом 100 евро. Как человек мирской, я с первого взгляда верно определяю подлинник данного номинала, а купюра кружилась туда-сюда, летала, и на солнце блестела полосочка из металла. 100 евро. Нам бы вполне хватило посидеть, где напиток горяч, и еда чудо как хороша. 100 евро не так уж мало, но ни одна душа из машины не выходила, пиджаком ее не сбивала, словно бабочку в луговой полосе, как будто думали все, что происходящее мнимо, и проезжали мимо, и я проехал, как все. На мосту через Яузу залюбовался закатом и вмял бампер короля. Из Короллы вышли две шамаханские, загололи глазами, раззвонили, сказали: «Прибываем в большой печали на Ярославке в начале». Подошел постовой, козырнул, улыбнулся в густые усы и сказал: «Дорогие товарищи женщины, но не все же призы да тузы, вот что Ольга, Мария и...» Взглянул на права: «Андрей. Верьте речи моей, неспроста столкнулись здесь автомобили ваши, может статься Андрей сделает предложение Маше, а быть может иное назначено вам судьбой, и остаток жизни Андрей проведет с тобой, Оля, ведь на все уже Оля». Завершался один из прозрачных осенних дней, закат скрашивал акведук, и стоял на мосту, потерявший дар речи Андрей, выбирая из двух. В тишине подмосковных дач играет Гриш-трубач. Вторит ему искрист, Емельян-гармонист, душой рвется. Хорошо им живется с песней в сердце. В окне напротив Николай Петрович из Заусенца. Жена, домработница, младенцы, наличный кредит, плюс овердрафт на 3 миллиона, а на улице вон, а тебе как поют. Вот дают, и Николаю Петровичу страсть, как хочется не ехать, ползти в пробки, корчиться. А прически растрепанные ювенильного моря, ограбление ювелирного ради
юбки сбившейся на бок, и совсем не хочется бабок. И джип во дворе огорчается, и музыка не кончается. Шел через Рижскую эстакаду, нес на щеке помаду, словно награду нес, словно волшебный знак, молодой, красивый казах. Электричка внизу свистела, тучи мялись, а у него сердце пело. Глаза смеялись, видимо, вспоминали подробности, как любили, а рядом в пробке стояли, стонали автомобили, молодой казах налегке. С помадою на щеке по эстакаде шел мимо, в клубах осеннего дыма, куда-то в сторону мира проспекта, и казалось, что лето. Ну и последнее такое, большое немножко стихотворение. Выходила купаться и ныряла в море с причала. Море штормило, закручивало, качало, а она бесстрашно сигала рыбкой с какой-то детской улыбкой. И волна обнимала ее, волна ее миловала, всю ее обволакивала, обвивала, за плечи нежно брала, все с нее сорвала одновременно. И верх, и низ, там и были какие-то ниточки, и вот они порвались. Как она выходила из моря, как она выходила. У рыбаков на причале аж духу весь перехватило, у продавцов кукурузы все плавилось и вскипало, чурчхела велела, все в мире вдруг перестало, как она из вод восставала, руками не прикрываясь. Едва касаясь песка, только поправила прядочку у виска вся, как будто воздушная, полая, выходила на пристань, голая, прекрасна и величава. Под аплодисменты причала, полотенце взяла, неспешно им обернулась, улыбнулась всем. Улыбнулась да так, что если и был в душе мрак, то он разом исчез. И под восхищение очес по набережной поплыла, словно вся из тепла, в неведомый свой ашрам, оставив на сердце шрам, ведь что-то должно остаться. Ходила просто купаться. Спасибо.